Это вести Татарстана. На дно Голубого озера запретили нырять дайверам. Эта новость сегодня взбудоражила всех неравнодушных к подводному плаванию. В интернете появилась информация, что уникальное место отдыха якобы объявлено заповедной территорией. Туда вход теперь запрещен. Где правда, а где вымысел, выясняла Дарья Турцева. Голубые озера – уникальный природный объект. Глубина 17 метров, а внутри есть еще и подводные пещеры. Вода здесь кристально чистая, круглый год одной температуры. Этой зимой озеро благоустроили, укрепили берега дорогой сибирской лиственницы и даже сделали красивую купель. На все это потратили почти 3 миллиона рублей. И вдруг теперь озеро объявили заповедным, и купание на нем хотят запретить. Почему? Остается только догадываться. Голубые озера – это излюбленное место моржей и подводников. Каждый Новый год на дне озера дайверы ставят елку. Новость о том, что многолетней традиции придет конец, повергла ныряльщиков в шок. А то, что касается тех людей, которые, будем так говорить, чтят и любят это озеро, да, кто-то как тренировочную площадку, кто-то как место такого определенного духовного, может быть, поклонения, да, вот те, кто особенно закаливаются, они здесь веточки лишние не сломают. Более того, мы отсюда увозим регулярно мусор в мешках, там, ну, в пакетах, в чем можно, да, подбираем за теми, кто здесь намусорил. Сегодня выяснилось, что дело именно в любителях пикников. В Министерстве лесного хозяйства ситуацию разъяснили. Никто отнимать озеро у казанцев не собирается. Особый режим ввели только на период майских праздников, когда желающих отдохнуть на природе становится слишком много. Никаких ограничений на купание и на погружение в воду на территории Голубых озер не существует. И если это посещение не связано с нарушением режима заказника, то есть люди после себя не оставляют мусора, не разжигают костров, не проезжают и не оставляют на территории заказника своих автомобилей, к ним никаких претензий нет. Усиленный надзор в майские праздники со стороны лесничих и породил слух о закрытии озер для посещения. По доступу к водоемам есть единственное ограничение. Нельзя подъезжать на машинах. За это накажут штрафом в 1000 рублей. Дарья Турцева, Павел Прищепов. Вести Татарстан.